малышку в сад. И тут у меня возник такой вопрос. Скажите, пожалуйста, у всех дети дома просто сущие дьяволы, а когда приходят в садик, это просто ангелочки-ангелочки? Я не понимаю, что с моей происходит. Она как только выходит из сада, она просто вот по щелчку превращается в маленького демона. Это просто маленький такой дьяволенок в юбке с маленькими вилами, который тыкает мать и доводит ее просто до истерик. А в саду шикарная, просто идеальная. Мне сегодня воспитательница говорит, неужели она может довести? Я говорю, конечно, может. Еще как. У меня вчера просто, я не знаю, что пойду себе валерьянку куплю, наверное. Довела меня вчера просто до слез опять своими скандалами.